Всем привет! Оригами дельфина я сделаю из листа бумаги 21 на 21 сантиметр. Его нужно сложить так, как это делаю я. Смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить.
Вот такой дельфинчик получится, если все сделать правильно. Вот здесь я нанесу клей, чтобы он не распадался. А в завершении ему можно нарисовать глазки. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. И ставь лайк. До встречи!